Здравствуйте, товарищи! Сегодня будем делать шашлик. Для шашлика приготовьте шампур. Как то сегодня у меня нашлась вырезка из оленины. Как то оленина считается очень-очень хорошим и крутым мясом. Как то сейчас мы то все порежем кусками, где-то примерно 2 сантиметра. Вот оно. Возьмете какую-то миску. Добавите куски мяса. Опс, извиняюсь. Пленку не порезали. Вот. Это обязательно режите, потому что пленка как-то, значит, портит фигуру вашему мясу, портит форму. Так. И это все не будет выглядеть красиво. Значит, пленка будет сворачиваться, как-то чуть-чуть меня стало, я чистил, но не дочистил. Затем возьмем соль обязательно. Вот оно. Все это смешим. Так. Знаете, когда маринуете мясо, можно добавить всегда помидорчик. Помидорчик – это то, что как-то дает сок, сочность, аромат хороший. Так что не стесняйтесь. Вот оно. Еще немножко сейчас я это все посолим. Можно добавить, например, хмели, сумели. Так что сейчас мы то немножко добавим аромата. Так. И оставим это все, дорогие мои, на где-то примерно 30 минут. Вот, дорогие мои, как то примерно прошло этих 30 минут, возьмете одну головку лука, почистите лук. Так. И как то нам надо такие куски вырезать с лука, чтобы то как то у нас, когда мясо жарится на шампурах, лук давал свой особый аромат. Тут у меня есть от всех каких блюд осталось немного перца болгарского. Это тоже можно, значит, да, послужить к приготовлению нашего блюда. Раньше, ну, что мясо ставите на шампур, а оленина особо вырезка любого, значит, животного, она как-то сухая, постна, кроме там мраморного мяса. В этом, значит, первое изначально, чтобы то все пошло как надо, значит, смажем масло. Вот. Потом, товарищи, чтобы там, когда это все жарим, пошел интересный аромат, добавим кусок лучка. Репчатый, красный, белый, на как то ваше смотрение. Туда мы добавим, значит, перец болгарский. Опять добавим кусок мяса. Вот оно. Добавим, например, кусок помидора, который у нас тут остался. Опять добавим кусок мяска. Опять, значит, добавим лучок. Можно добавить там, не знаю, хотите шампиньоны, хотите там какие-то кабачки, цукини, чего не будет. Вот оно, товарищи. Вот так. Вот помидорчик.
Вот, например, перчик. Так. Вот, например, то, что нам надо. Прибор, конечно, делать не надо, а то оставите места на шампуру, чтобы у вас все это как-то получилось там удобно. Вот, товарищи, сейчас мы вытащим одну решетку сюда. Так. А вторую как-то оставим, чтобы нам было где шампур сделать. Сейчас нам надо огонь сделать. Вот, дорогие мои, сейчас мы добавим оставшиеся эти куски. Так, например, давай ставим помидорчик. Ставим так. Ставим лучок. Сейчас этот лучок будет жариться. Помидоры будут давать феноменальный аромат нашему мясу. Давайте сделаем этот кусок сюда, чтобы они были примерно одинаковы. Тоже отсюда возьмем штучкицу. Вот оно. Оба! Когда все это делаете, немножко так руком га выровняйте. Когда оно будет ровно, чтобы со всех сторон, значит, одинаково жарилось, а то где-то более толстое, па там останется, значит, как-то сырово, где-то более тонко хочет прогорать. Поэтому, значит, свободно, дорогие мои, выровняйте это. Опять чуть-чуть посолите то, что надо. И опять, значит, немного масла как-то быстрее будет корочка, быстрее мясо внутри останется сочно, а снаружи хрустяще, то, что надо. Значит, потихоньку, дорогие мои, вот оно, что нам надо. Так. Так. Опа. Капает у нас как-то немножко, разгорается. Но то, что нам надо, вот оно здесь, товарищи. Я сейчас попробую, сделаем одну штучку. Ага, сделался. То, что надо. Вот, товарищи, почему я люблю все какие мангалы с решетком. И как-то не люблю мангалы просто так. Вот, посмотрите, намного проще купить мангал с оригинальным решетком, потому что, когда у вас есть решетка, значит, вы намного простее можно делать и на шампурах, и как хочешь, с хорошим толстым решетком, а можно делать и рыбу на хорошей толстой решетке, а можно делать и птицу, и на мясо, и все чего ты. И вот, товарищи, пока наши шашлычки доходят, возьмем этот лук, который нам остался. Как-то мясо на углях без лука никогда не интересно. Вот. Так. Мелко порежем лучок. Так. Затем, товарищи, зелень у меня где-то, ага, тут у меня зелени немножко есть. Зелень обязательно мелко-мелко порубите. Вот оно. Возьмете тарелку, дорогие мои. Ставите лучок на тарелку.
Так, ставьте зелено тарелку. Тут накрутите немножко соли. Потому что, когда нажмете лук, будет просто феноменально пускать воду. Все это зальете легким маслом. Так, сейчас посмотрим, что происходит с нашим мяском. Так. О, то, что надо. Вот оно. Вот просто феноменально. Так. Как сами знаете, как это делается. Так. Возьмете нож. Кто-то любит делать это с хлебом, кто-то любит делать это по-другому. Вот оно. Можно, например, вот с вилкой хорошо пойдет. Так. Все то замечательно пойдет, когда смешаться с луком. Так. И, значит, товарищи, сейчас мы то поперчили, посолили, добавили чуть-чуть оливкового масла. Как то мясо постненько, сухое. Вот оно, дорогие мои. Желаю вам приятного аппетита. Старайтесь и готовите. Радуйте свои ближние. Чао.